2020 год после потопа. По центральной улице течет ручей. Опять людям чистить от ила и песка участки свои. Видите, как все занесло. Даже до сих пор на огород течение идет. Открыть, бля, потом закрывать надо будет, как каким-то образом. Цветочки выставили. И все заново. Заново людям все расковыривать. Постепенно вода уходит из домов. Есть шанс, что они высохнут до морозов. Кита, кита! Это кита по-любому.